Всем огромный привет, друзья! Наконец-то на моем канале появляется путешествие, и это видео будет о городе Минск. Минск, который вы не знали. Ну а долгожданное путешествие, конечно же, началось у меня с аэропорта. Наш самарский аэропорт был достаточно многолюдным. И пройдя все предполетные процедуры, мы взлетели в сторону Москвы. Нужно отметить, что я впервые летел через новенький терминал С. Билет у меня есть, так что сейчас отправляюсь на зону досмотра, прохожу и уже буду ждать посадку. Пересадка у меня около 5 часов получается. Все, прошел все досмотры, терминал С очень пустой. Ну, то и правильно, рейсов-то мало международных. Как я сказал уже ранее, людей было очень мало. И продавцы из Duty Free скучали в ожидании людей. Ну а пока я ожидал свой очередной рейс, на фотоаппарате я включил таймлапс и заснял жизнь аэропорта. Мой рейс объявили, поэтому идем на посадку, друзья. В Москве была дождливая погода, но мы вылетели по расписанию. В небе нас встретил красивейший закат. Ну а на земле нас встретил вечерний Минск. Я впервые прилетел в вечернее время в город, и поэтому с удовольствием наслаждался пейзажами из окна такси. Кстати, я вызвал Яндекс.Такси и без проблем доехал. Но была одна загвоздка. В приложении Яндекс.Такси у меня не прошла оплата по карте МИР, и мне пришлось снять наличные в банкомате Альфа-банка. Что ж, я заселился в гостиницу, уже темно, буду сейчас отдыхать, ну а в следующие дни, в свободное время, мы с вами где-нибудь походим, и я что-нибудь вам поснимаю. Номер у меня, в принципе, стандартный, это гостиница «Планета». Я думаю, что она была построена в советское время. Выбирал по принципу там, где не нужно было оплачивать во время бронирования. Бронировал я в первый раз на сервисе островок.ру. Ну и самое замечательное в этом номере 8 этаж и вид на музей Великой Отечественной войны, обзор на который я снимал в прошлом году. Ну что ж, все, вечер очередного дня, и у меня есть время, друзья, с вами прогуляться. Сейчас попробую что-нибудь вам интересное показать. Видео будет состоять из нескольких вечеров, я думаю. Этот выпуск я попробую вам сделать без каких-то таких попсовых мест. Возможно, даже какие-то и сами жители Минска не знали о них. Но, конечно, пока идешь к этим местам, каким-то определенным, возможно, будут, так скажем, места и очень популярные, туристические, о которых все знают. По пути к интересному месту мне попалась церковь. Церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины.
Данное сооружение было построено в стиле классицизма в 1847 году. Возведенная на пожертвование церковь сначала приросла богадельней для людей престарелых и инвалидов, а спустя несколько лет церковной школой. Ну а это место, к которому мы шли. Место под названием Осмоловка. Это самый центр города. Этот микрорайон построен в 1945-1949 годы пленными немцами и итальянцами по проекту архитектора Михаила Осмоловского. Когда-то это был первый микрорайон, так сказать, таунхаус. Здесь жили офицеры, оперные звезды, рядом находится Национальный академический театр. Художники и музыканты. Богемная атмосфера сохранилась до сих пор, как ощущение зеленого островка Неминска в центре города. Этот район уже несколько раз пытались сносить, так как земля здесь очень дорогая, но пока этот райончик держится. Ну а это тот самый большой театр Беларуси, о котором я упомянул чуть ранее. Следующее место, которое тоже было недалеко, очень популярно, но я решил о нем немного рассказать. Это остров мужества и скорби. Здесь находится мемориал, посвященный белорусским воинам-интернационалистам, павшим в Афганистане в 1979-1989 годах. В войне принимало участие более 30 тысяч белорусов, из них погибло 789 человек. Пропало без вести 12 человек, остались инвалидами 718. Это очень хорошо ухоженное и красивое оформленное памятное место. Сюда с удовольствием приходят туристы проводить закат. Ну а дальше нас ждет тоже достаточно популярное место под названием Троицкое предместье. Это исторический город Минска, расположенный в северо-восточной части исторического центра, на левом берегу реки Свислочи. Некогда являлся торгово-административным центром столицы Республики Беларусь. На территории предместья был расположен первый католический храм Минска. Здесь также находились несохранившиеся до наших дней Свято-Вознесенский монастырь с одноименной церковью. Ну а женский базилианский монастырь Святой Троицы сохранился частично. Ныне предместье является одним из самых любимых мест отдыха минчан и гостей столицы. Не знаю, как вам, друзья, но мне вот в таких квартальчиках, в которых сегодня побывал, безумно нравится гулять. Там какая-то тишина, какая-то особая аура. И ты просто видишь, как люди жили раньше. Ну а вы не переключайтесь. Выпуск продолжается. И будет сейчас уже другой день.
приехал еще в одно интересное местечко. И как я вижу, за него все-таки взялись, когда я читал одну из статей. Говорили, что оно в упадке. Но я смотрю, что уже начинают реставрацию делать, и это радует. Многое что поменяли. Сейчас я вам покажу это место. Поместье под названием «Белая дача» стоит на пригорке, на берегу водохранилища. И здесь прям ну очень душевно. Как вы видите, сейчас идет стройка, и когда это все построят, я рекомендую вам сюда приехать. Белая дача была построена во второй половине 19 века. Существует несколько версий возникновения усадьбы. По одной из версий усадьба принадлежала помещику Курасову, основавшему деревню Курасовщину, которая потом была присоединена к Минску. Но поскольку помещик не упоминается ни в каких исторических документах, данная версия считается ошибочной. Согласно следующей версии, Белая дача – загородный дом, возведенный во второй половине 19 века начальником Либаво-Роменской железной дороги Ададуровым. Она находилась рядом с деревней Курасовщина. Вокруг дачи постепенно образовалось небольшое поселение, в котором в начале 20 века проживали 70 человек. По третьей версии, Белая дача появилась благодаря кандидату естественных наук Михаилу Рогову. Есть сведения, не подтвержденные архивными источниками, что во время Великой Отечественной войны на территории Белой дачи располагался немецкий штаб. Рядом с этим строением на данный момент есть прогулочные дорожки, ну а также самобытные статуи. Что ж, сейчас поднимемся с вами на смотровую площадку. О ней мало кто знает, я сам о ней узнал только в третью поездку, можно сказать. И то, потому что стал искать места, которые не очень-то попсовые в Минске. И вот разузнал, что на крыше есть смотровая площадка. Но вопрос, работает она сейчас или нет. Сейчас мы с вами посмотрим. На крыше гостиницы «Беларусь» на 73-м этаже есть смотровая площадка. Немногие о ней знают. Начинает она работать в 15:30 по местному времени. Вы оплачиваете на ресепшн билет. На одного человека 3,5 белорусских рубля. Если вы идете вдвоем, то 5 рублей. После этого охранник вас приглашает в лифт, который вас поднимает на 73-й этаж. Ну и оттуда открывается сногсшибательный вид на весь центр Минска. На все про все у вас полчаса. Вы можете походить и посмотреть с разных сторон столицу Беларуси. Весь Минск как на ладони абсолютно. Просто реально я здесь один. Смотровая площадка, на которой я абсолютно один. Представляете? Сейчас пройдем с вами в другую сторону гостиницы. Я уже выхожу. Большая часть, конечно, тут закрыта, но все равно есть походить. Полчаса тебе дается. Я здесь один. Музей Великой Отечественной войны. А вот напротив моя гостиница «Планета». Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто из туристов, кто был как турист. Местные-то, я думаю, многие знают, но вот кто как турист был здесь, поднимался сюда. Мне просто интересно, много ли людей знают о этой смотровой площадке или нет. Учитывая, что я здесь один сейчас, уже вечер, мне очень интересно. Советую сюда с детьми обязательно прийти. Здесь достаточно безопасно, ничего страшного не случится, но
Я думаю, удовольствие получат они колоссальное. Ну что ж, друзья, приехал еще на одну локацию, очень интересная. Я думаю, о ней мало кто знает. Сейчас я вам все расскажу и покажу. Находится эта локация в обычном дворе города Минск. Я такого еще нигде не видел, честно. Зоопарк из пенопластовых животных появился аж 20 лет назад. На тот момент у пенсионера не было денег на фигурку аиста, которая продавалась на садовом рынке. И он решил смастерить птицу своими руками из пенопласта. Поставил аиста под балконом и увлекся. Так во дворе на улице Седых появился целый зоопарк, который очень любят дети. И даже взрослые. Работа, кстати, непростая. Автор признается, что на одного оленя у него ушло пара коробок от холодильников. На нескольких ограждениях висит табличка с просьбой помочь материально для содержания данных зверюшек. Мне удалось немного поговорить с самим дедушкой. Он постеснялся сниматься, поэтому его голос за кадром. Давно начали? Ой, давно, лет 20 уже стоит. Начал делать. Ну, потихонечку, понятно, да? Потихоньку, потихоньку. Да, ох, там, дорогишка. А на березах теперь живут лемуры. Где вы такое еще увидите? Я не удержался и решил помочь ему. И дал 25 белорусских рублей. Вот честно, за такую необычную красоту и не жалко. Ну и конечно же, это место я советую посетить с детьми. Им очень понравится. Конечно, очень необычное место. Я такого вообще нигде не видел. Как вы слышали, 20 лет. Он уже мастерит эти фигуры. Первую начал 20 лет назад. Дедушка очень старый, не захотел сниматься. Но ничего, зато немножко денежка помог. Недалеко от этого пенопластового зоопарка есть прудик, где вы также с детьми можете покормить уток. Ну что ж, друзья, на этом выпуск из солнечного Минска заканчивается, весеннего солнечного Минска. Разогрело последние деньки, очень тепло стало. Хочу со всеми попрощаться. Приятных вам путешествий. Всем пока. Встретимся в новых путешествиях.